Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал «Тролльная прогулка» в рубрику «Улетая из Китая». Сегодня у нас два чехла для мобильного телефона, довольно старенького, как у меня, Galaxy S3. Вот, сам непосредственно телефон, чехол вот такого плана я заказывал. Огромное количество, кстати, расцветок есть, рисунков, цена смешная. Один вот этот вот, который первый будет идти под ссылочкой, он будет идти силиконовый. Чем он мне понравился гораздо больше, чем следующий, который я вам покажу, то, что когда мы одеваем сюда непосредственно телефон, да, какими он краями бы там ни падал, там вниз, вверх, он полностью защищен. Здесь никакого удара у вас не происходит. Весь удар на себя, грубо говоря, принимает чехол. Плюс довольно такая винтажная, веселая расцветка. Вот. Легко снимается, легко одевается. Кстати, я тут даже еще иногда денежку храню. Такая легкая заначечка идет от жены там. Или так просто на крайняк, когда у вас денежки нету. Под телефоном, вы знаете, всегда идет небольшая нычка. Ну и вторую я тут ее расклеил. Описание, конечно, будет уже непосредственно. Посмотрите на самом Алиэкспрессе. Такие наклеечки у меня просто были. Я их решил вот обвесить. Он идет уже более такой пластмассовый, как поликарбонат. В этом чехле, честно, я разбил телефон. Он упал на плитку. Как-то сам чехол на себя удара никакого не принял. Получается, весь принял на себя непосредственно телефон. Одевается также легко. Ну, вот снимается, кстати, с этого гораздо туже. Сидит он здесь как влитой прям. Тут уже никаких погрешностей нету. Но вот почему-то качество к этой модели я отдаю больше. Ну, цена одинаковая примерно, и тот, они в одной категории идут, поэтому выбрать можно любой. Расцветок и на тот, и на этот чехол весьма-весьма-весьма много. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем рады вас видеть в наших рубриках канала «Тролльная прогулка». До новых встреч, дорогие друзья!